21 марта все вузы и колледжи, подведомственные Министерству образования Московской области, вводят свободное посещение из-за угрозы распространения коронавируса. Как пояснила министр образования региона Ирина Коклюгина, несовершеннолетние студенты будут посещать занятия по усмотрению родителей, совершеннолетние – по собственному желанию. Обучение будет дистанционным. Колледжи работают через платформу «Колледж Подмосковья», а вузы – на собственных образовательных платформах.